сделай всего лишь шаг на продолжение наших будней. Оставлен раз, память детская не забудет. Боже, дай нам силы, мы те же люди. Ты можешь повлиять на наши судьбы. Привет, меня зовут Кирюха, я из команды «Крутых деток». «Cool Kids House» — это художественный сериал о жизни в детском доме, где все роли играют его воспитанники. Здесь мы учимся любить, дружить, мечтать и становиться взрослыми людьми. Ставь лайк, подписывайся на наш канал, увидимся в будущем! Ну и что мне с вами делать? Вы зачем внедряли магию в детский дом? Простите нас, мы не специально, не со зла. Мы больше никогда так не будем, никогда в жизни, честное слово. По секрету вам скажу, я здесь ни при чем. Это вот эти две злые ведьмы. Все понятно, лишаю магии на месяц. Теперь вы обычные воспитатели. Только попробуйте что-нибудь вытворить. Не-не-не, мы лучше будем обычными воспитателями. Нет, ничего не будем вытворять! Честное слово! Согласно на испытательный срок, надо, так надо! То-то же! Стираю магическую память! Идите работать! Я Виолетта Борисовна, воспитательница девочек детского дома! Я Вальдемар Юрьевич, воспитатель мальчиков детского дома! Я Беатриса Ивановна, библиотекарь и психолог! Будем знакомы, коллеги. Виолетта Борисовна, нам надо готовиться к творческому конкурсу. А я не знаю, что делать. Мне нужен ваш совет. Я думаю, что лучше сыграть театральную сценку. Это беспроигрышный вариант. Поэтому пойдемте объявим детям. Пойдемте. Ребята, минуточку внимания. Есть одно классное предложение сыграть сценку про Ромео и Джульетту. Опять они какую-то муть придумали. И не говори. Сейчас вас познакомят с главными героями. Беатриса Ивановна! Я здесь. На пьесу Шекспира существует множество театральных постановок. Но я уверена, что наша будет самой лучшей. Ближе к делу. Девочки, кто хочет сыграть Джульетту? Я. Ого, 4 Джульетты. И что нам теперь делать? Я предлагаю устроить кастинг. Все в равных условиях, а победит лучшая. Мальчики, все будут в жюри, а Вальдемар Юрьевич подыграет нашим Джульеттам. Ну а чё, я согласен. Идемте репетировать. Ромео, никогда на свете приятнее имени не знала я. Так, что там дальше? Как, хорошо Катя читает? Интересно, а у меня так получится? Конечно, мы все разные, и каждая может выбрать свою Джульетту. Я понимаю, о чем ты говоришь, надо подобрать свой образ. Но хорошо бы еще слова выучить. Слушай, все так готовятся? Алла вон всю пьесу прочитала. Зачем? Надо было всего один монолог выучить. Пойдем, поговорим в спальню. Окей. Короче, у Аллы мало шансов. Она даже на Джульетту не похожа. А вот Настю надо победить. Мне про сценки неинтересно. Я хочу быть певицей, а не актрисой. Давай тебе помогу победить. Надо, короче, пацанов на жюри подговорить, чтобы они мне поставили высокие баллы. Точно. Я беру на себя Кирилла и Игоря. А я поговорю с Сашей и Русланом. Вика, тебе не кажется то, что Даша и Ника задумали что-то плохое? Да, они все время хитро смеялись. Может, надо рассказать воспитателям? А вдруг на нас Ника и Даша обозлятся? Ты думаешь, они будут нам мстить? Ну, что хотела? Сашенька, ты мне должен помочь. Ну, в принципе, я готов. Что надо делать? Да всего ничего. Нужно просто поставить 5 баллов за мое выступление. Для меня ты и так самая лучшая. Конечно, поставлю. А вот тебе аванс. Так, один уже готов. Ребят, есть одно небольшое дельце. Маленькое такое. Что за дельце?
Надо Нике за выступление 5 поставить. Но это же нечестно, мы даже не знаем, как она выступит. Ну, я за тебя дежурю. А еще у меня есть коробка конфет. Могу отдать. Вкусные такие. Ну, ладно. Конфеты давай. О, а ты за меня дежуришь, ништяк. Ну вот и договорились. Слушай, давай поговорим. Че надо? Давай быстрей. Ты новенький, правил не знаешь. Воспитатели сказали, что конкурс – формальность. Победить должна я. В общем, ты должен поставить мне 5. Все понял? Понял. Ну, хотя странно это все. Но если такие правила, то сделаю. Вот и молодец. Понятливый парень. Жюри на месте, Ромео Вальдемар Юрьевич тоже, можем начинать. Смерть ждет тебя, когда хоть кто-нибудь тебя здесь встретит из моих родных. Я принесся на крыльях любви, и не помеха мне твои родные. Алла, ты молодец, но как-то чересчур трагично получилось. Можно было бы чуть повеселей. На встрече здесь тебя убьют мои родные. Кто указал тебе сюда дорогу? Ну как ты думаешь? Любовь. Катя, ты молодец, но надо было чуть-чуть добавить эмоций. Это у меня много чувств и эмоций. Да, вот это Джульетта огонь. Будь ты далека, как самый дальний берег океана. Я б за такой отважился добычей. Меня ты любишь. Чего? Чего? Не слышу. Твои слова, Ромео, меня ты любишь. Твои слова, Ромео, меня ты любишь. Че? Не понял. Пацаны, вы не ошиблись? Почему все 5? Что-то наша жюри гонит. Она слов не выучила, они и 5 ставят. Это нечестно. Ника и Даша хотели всех обмануть. Мы все видели, они пацанов подговорили, чтобы Нике все 5 поставили. Это правда? Нам стыдно, мы больше не будем. Согласны судить честно, по правилам. Фу, подумаешь. Так, ну у нас еще есть одна Джульетта. Настя, выходи. Как ты попал сюда? Скажи, Ромео, 2 высоки и неприступны. Вот теперь все понятно и без жюри. Поздравляю, мы нашли настоящую Джульетту. Так, дети, ну все, у нас обед, идите накрывайте. Так, а с вами Ника и Даша. Мы позже поговорим. И зачем мы опять это все замутили? Похоже, нас опять накажут. Неделю будем сидеть без телефона. Светлана Михайловна, вызывали? Да, Вальдемар Юрьевич, заходите. Хочу с вами про нашего новенького поговорить. Я даже знаю о чем. Ну никак Руслан не поймет, что дракой вопросы не решаются. Привык кулаками махать. Эх! Вальдемар Юрьевич, но вы же опытный воспитатель. Вы же понимаете, что что-то надо делать. Как-то по-мужски с ним поговорите. Или психолога нужно привлечь. Но эти драки нужно прекращать. Полностью с вами согласен, Светлана Михайловна. Прямо сейчас пойду что-то делать. 3 драка за неделю. Ужас! По-моему, этому парню поможет только чудо. И тебя порвут! Подойди ко мне! Да я тебя убью, ты что, уроды, я тебя размажу. Понял? Давай поговорим, как мужики. Один на один, давай поговорим. Да угомонись, Игорь, все, хватит. Да задолбал этот Руслан. А главное, ничего не предвещал. Спросил у него что-то, но ему не понравилось. И со спины напал. А ты что? Ну а я что? Я понимаю, что драка не метод. Ну и пришлось ему влупить все равно. А он что? Ну он вроде паутин. Да правильно все. Этот Руслан вообще слов не понимает. И правил тоже. Психованный какой-то. Че? 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 Сам ты психованный. Это что еще за разговорчики в строю? А ну-ка, горячие парни, потише тут. Что там у нас по распорядку?
Уборка территории? Вот и идите. Там свои эмоции и растрясете. Руслан, а с тобой мы отдельно поговорим. Попробуем тебе помочь. Хорошо? Пойдем со мной. Руслан, расскажи мне, как у тебя общение с коллективом детей? Налаживается? Да как-то не очень. С пацанами разговоры не клеются. Задевают они меня, а я их сразу бью, чтобы отстали. Понятно. А разговаривать пробовал? Может, лучше словами, чем кулаками? Ну или наоборот, ребят послушать, ну, чтобы понять, что они хотели сказать. Да я хочу понять, ну как? Беатриса Ивановна, я книгу принесла, уже прочитала. Можно продолжение? О, Руслан, ты тоже за книгой пришел? Да, ой, нет, но книгу тоже можно. А, ну ладно, Беатриса Ивановна, я поменяла книгу, я пошла. Эй, с тобой все в порядке? А давай я тебе такую же самую книгу дам, что и Нике. Прочитаешь, будет о чем поговорить. Представляешь, захожу в библиотеку, а там этот новенький, кажется, Руслан, ну, симпатичный. Да, симпатичный, высокий такой. А мне кажется, он в меня влюбился, он так на меня смотрел. Да, а может, тебе показалось? Не думаю. Ну ладно, я с мелкими пошла вон ту клумбу поливать. Мелкие, за мной. Тоже мне красавица. И чё он не нашел? Я гораздо красивее ее. Я знаю, что делать. Саша подерется с Русланом, но Руслан обозлится Дуревич. И тут такая я. Приду успокаивать новенького. Вот это многоходовочка получилась. Санёк, а можно тебе на минутку? Дело есть. Срочно! Никак подождать не может. Никак. Все в твоих интересах. Ну, говори, что за дело. А ты в курсе, что Руслану нравится Ника? Она мне сама рассказывала. Блин, нет, не знаю. А ты знаешь, он ей нравится? Да какая разница? Я считаю, что ты должен ответить. Предлагаешь ему морду набить? А если он мне? Он же здоровый. Ну, если ты трус, сиди и любуйся, как твоя Никочка с новеньким встречается. Нет, я не трус, но я боюсь. Вот так и становятся невольными свидетелями. Надо что-то придумать. О, Настя, а почему ты такая задумчивая? Что случилось? Девочки, кажется, у нас появился любовный треугольник. Точнее, квадрат. Да ты что? Как любопытно. Ух ты, у нас что, появились новые парочки? Да, только не все так просто. Руслану и Саше нравится Ника, а Даше нравится Руслан. И теперь Саша будет драться с Русланом. Ого, этому надо помешать. Мы можем за кем-то проследить. Думаю, мы все пойдем и проследим за Дашей, которая мутит воду. И за Сашей, который хочет напасть на новенького. Да что ты такого? Подойдешь к этому Руслану и вмажешь ему. Пацан ты или нет? Тебе что, слабо? А если он не вмажет, тогда что? Конечно, так и будет. Но ты же такой сильный и смелый. Вот вы где, Даша, прекращай свои козни. Все можно решить мирно, без всяких драк. А я что? Я ничего. Без драк так без драк. Пока что. А потом посмотрим. О, привет, Ник, что ты читаешь? Да одну интересную книгу. Поинтереснее Гарри Поттера. «Час идеи» называется. Да, какое совпадение, я тоже начал ее читать. Как интересно, садись, давай обсудим. Ну ничего, Ника, ты у меня еще попляшешь. Ты у меня еще попляшешь.
Пацаны, я тут нашел прикольные татуировки. Кто бы хотел тату набить? Тату — это же серьезно. Это не на один день, а навсегда. Я не хочу татуировок. Тем более я военным хочу стать. Там татуировка может быть неуместна. Я слышал, татуху можно набивать только с 18 лет или с разрешением взрослых. Но сейчас можно об этом не думать. Кто из воспитателей разрешит это делать? Да никто. Интересно, а что девчонки наши думают про татухи? Эй, девчонки, вы куда? Да так, на улицу хотели пойти. А чё? Вопрос один есть. Какой вопрос? Если бы вы сделали татуировку себе, то какую? Я бы себе не делала. Вдруг я передумаю, а татуировка останется на всю жизнь. А я бы себе сделала на руке цветы. Я видела это в соцсетях, но правда это очень больно. Зато модно и красиво. Чё у вас тут модно и красиво? Чё обсуждается? Да, татуировки всякие делать или не делать. Фу, да зачем это надо? Это как клеймо себе поставить и потом ходить с ним всю жизнь. Согласна с Дашей, мне тоже это не нравится. А почему у вас эта тема возникла? Да просто в интернете прочитали и узнаем всякие мнения. Ну не знаю, татуировки бывают разные. Маленькие, аккуратные. Можно сделать так, чтобы в глаза не бросалось. А некоторые делают такие здоровые. И причем не одну, а потом остановиться не могут. Ага, я видел картинки, где люди аж черные от татуировок. Но не всегда черные, есть и цветные. А я хочу сказать, от мастера многое зависит. Я читала про всякие смешные случаи. Кто-то слово неправильно напишет, так и ходит с ошибкой всю жизнь. Так, мелкие, пойдите посмотреть, где Вобла и Дурвич. Мы пока в беседку пойдем. А вы нам скажете, когда они будут подходить? Хорошо. Ребят, а давайте Саше татуировку нарисуем, он же хотел. А чем? Может, гуашью? Ништяк, тату-салон в беседке откроем. А если воспитатели раньше придут? А мы воду возьмем и смоем, и никто не заметит. Санек, а ты что хотел себе нарисовать? Я хотел сердце со стрелой, а внизу по-английски написать «любовь». А в каком месте? Уже придумал? Да на правом плече можно или на спине, чтоб никто не видел. Давай на шее лучше. Девчонки, а вы накрывайте наполник, чтоб нас не искали, а мы быстро. Долго еще? Да подожди, мне еще сердце дорисовать нужно. Давай я стрелочку нарисую, у меня ровно получится. О, давай, а я напишу лав. О, там девчонки маякуют. Да, Во. Давай пиши быстрей, а я их задержу. Ну что тут у вас? Свободное время заканчивается. Скоро полдник. Девочки уже пошли накрывать? А чё это вы так подозрительно встали? Чё вы там прячете? Да вроде ничего особенного. Мы просто рисовали. Так, мелкие, а ну-ка вылезайте из-под елки. Может, вы мне расскажете, что пацаны делали в беседке? Да ничего особенного. Татуировку кому-то делали. Чего? Настоящую? Нет, просто гуашью рисовали. Попробовать решили. Фух, слава богу, все водой можно смыть. Так, а ну-ка покажите, что там получилось. Не сильно вы ему спину изрисовали? Да нет, все норм. Писал так лаве. Лав по-английски через О пишется. Эх, в общем, английский вам, пацаны, надо подтянуть. А потом уже и обо всем остальном думать. Да не волнуйся, все нормально.